Здравствуйте, дорогие друзья! Ребята, абсолютно особенный, солнечный и прекрасный день, в который я поделюсь с вами действительно важными, большими новостями и одновременно с этим, конечно, отвечу на ваши часто задаваемые вопросы. Сегодня, как, впрочем, и вчера, как, впрочем, и завтра, я буду отвечать на все те темы, которые вас, друзья мои, интересуют, которые вы пишете внизу под видео в комментариях. А если вы еще не задали свой вопрос, обязательно раскликивайте описание этого видео, пишите вопрос, как всегда, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и не забываем о звоночке, потому что же прямые трансляции, чтобы не пропускать. Поехали разбираться. Ребята, сегодня такой часто задаваемый вопрос, который звучит примерно так. Алексей, какое количество лишних килограмм я могу сбросить за время участия в вашем ПГ-марафоне? Или же, Алексей, какое количество пользы для своего здоровья я могу получить за время участия в вашем проекте ПГ-марафон? Ребята, это прекрасные вопросы, и одновременно с ответами на них я поделюсь с вами огромной новостью для меня и для нашего главного администратора Ивана Михайлова. Это презентация нашего продвинутого проекта, презентация нашего усовершенствованного проекта ПГ-марафон версии 2.0. Ребята, это квинтэссенция всех знаний, наработанных за все ПГ-марафоны, квинтэссенция моих более чем десятилетних изысканий в диетологии, в тренировках, в кулинарии. Вы же знаете, я обожаю готовить. И все эти знания, ребята, будут направлены на то, чтобы помочь нашим марафонцам достигать самых высоких результатов не только в сбросе веса, но и в улучшении качества своего здоровья. Ребята, первый вопрос. Какое количество килограмм? Наши марафонцы за время участия в проекте делают минус 5, 6, 10, 12 килограмм. Ребята, это просто огромные цифры, потрясающие. Но, друзья мои, я не ставлю эти цифры за, так сказать, оценку качества нашей работы. За оценку качества нашей работы я ставлю самочувствие наших участников. За оценку качества нашей работы я ставлю отношение к жизни, если оно меняется у человека, если он становится более активным, если он становится более жизнерадостным, если он делится знаниями, которые он приобрел за время участия в марафоне со своими близкими коллегами. Вот это настоящая правильная оценка нашей работы. И этого у нас просто хоть отбавляй. Я считаю, что все усовершенствования, которые в нашем ПГ-марафоне версии 2.0 будут иметь место, только улучшат все эти критерии. Ребята, я приглашаю вас регистрироваться, отправлять вашу заявку на участие, потому что наш новый проект ПГ-марафон версии 2.0 стартует уже 17 июня. Ребята, всего ничего осталось, поэтому отправляйте ваши заявки, а тем временем я буду рассказывать о том, что же входит в сам проект, потому что, по сути, я-то нигде не рассказываю, что входит в работу, как проходит фактически работа. Ребята просто записываются, участвуют. У нас сейчас 90 человек участвует, которые просто по моему призыву приходят, и там уже дальше просто такие: вау, прикольно. Ребята, все минусы по килограммам, как я уже говорил, это не самое важное. Для меня самое важное — это то, как вы себя чувствуете по окончании проекта. В сам проект входит то, что я обожаю, то, что я делаю 10-15 лет своей жизни. Это мои, только мои рецепты, где я готовлю для вас в закрытом инстаграм-профиле. Там же я провожу лайв-трансляции каждый день с ответами на вопросы. В инстаграме я делюсь с вами тренировками, опять же, моими, либо же моих учеников, которых я веду, и в режиме реального времени, в прямых эфирах я и показываю тренировки, и могу и готовить. Также мы проходим детоксы печени, желчного пузыря, очищаем всю ЖКТ. И, ребята, самым, на мой взгляд, важным моментом является включение в действие аутофагии. Это на клеточном уровне очищения организма. Поэтому я и отвечаю всегда ребятам, что да, вы можете потерять 12 килограмм за время участия в проекте, но не весь этот вес придется на жировую массу. И это самое важное, что вы должны осознавать. Часть пойдет на избавление от точечности, часть пойдет на избавление организма от потенциально зловредных белковых образований, от которых нас и лечит аутофагия. Ребята, что такое аутофагия? Обязательно посмотрите, ссылка будет здесь. Это просто потрясающая функция самоочищения нашего организма, которая запускается голоданием. Как это делать правильно? Обязательно посмотрите здесь в ссылочку. Конечно, мы вместе проходим через все протоколы ПГ. Мы вместе готовим, тренируемся. И, конечно же, целое количество отдельно посвященных чатов.
один чат, который называется «Болталка», в котором наши участники обсуждают все происходящее, делятся эмоциями. Один чат, который называется «Только вперед», в котором вы, ребята, сдаете свои результаты. Да-да, результаты мы принимаем, потому что мы постоянно проводим челленджи. Будь то на количество шагов в отдельно отведенный день, либо на количество шагов суммарно пройденных за всю неделю, либо же это на время пробежать или пройти пешком, либо пройти с отягощением. Все модернизируется, все эти челленджи мы проводим. А, например, к 9 мая мы вообще делали колоссальный челлендж, в котором ребята показали просто сногсшибательные результаты. Наши участники проходили просто целую марафонскую дистанцию пешком, 42-47, а одна из наших участников просто доказала всех, пройдя 60 километров пешком. Конечно, наших победителей мы вносим в наш закрытый зал славы ПГ-марафона и награждаем бесплатным, абсолютно бесплатным участием в следующих марафонах. Ребята, мы стараемся делать работу в марафоне интерактивной, общение постоянно живое и в режиме постов в Инстаграме, где, ребята, на минуточку, сейчас у нас идет 4-я неделя, уже финал нашего майского марафона. Ребята, 270 постов в Инстаграм. Вы представляете, это более чем 250. К концу марафона я сделаю более 300 постов с информацией и за 30 дней проведу 31 лайв-эфир с ответами на вопросы. Ну и, конечно, нельзя не сказать о отдельно отведенном чате, ребята. Отдельно отведенный чат, который называется ПГ-марафон вопросы, в котором я отвечаю строго на поставленные вопросы. Ребята пишут мне: Алексей, так и так, такой-то вопрос. И я отвечаю голосом, где каждый получает 3, 5, 6, 10 минутный ответ или же минутный ответ, все зависит от глубины вопроса. И по желанию я всегда предлагаю сдавать анализы крови, также рассказываю о том, какие гормоны нужно смотреть, и вместе мы разбираем эти анализы и стараемся оптимизировать процесс похудения не для того, чтобы просто показать какую-то цифру, а для того, чтобы закрепить цифру на желаемом результате, для того, чтобы улучшить свое самочувствие. Вот это все, ребята, такая огромная комплексная работа, и не говоря уже о ежедневной мотивации от меня, собственно, и от Ивана, потому что ваша мотивация, ваш заряд энергии, решительности на регулярное пробивание своего собственного потолка, а именно этим ребята и занимаются, потому что каждый из пришедших участников раньше не мог подумать, что он может, например, пройти 30 тысяч шагов за день, раньше не мог подумать, что он может проплыть 1.5 километра за день, раньше не мог подумать, что он может не есть 72 часа и делать такие вещи со своим организмом, о которых он даже мечтать не мог. И в этом, ребята, и заключается главная суть нашего проекта. Это создание комьюнити, где мы вместе общаемся, совершаем просто невероятные поступки, пробиваем потолки, которые казались неприступными ранее, и двигаемся только вперед. Во главе всего этого процесса, друзья мои, только здоровье. Погоня за килограммами не здесь, хотя и минус по килограммам все имеют просто потрясающий. Но главное – это здоровье, жизнерадостность и долголетие. Спасибо вам огромное, друзья, за это видео. Я надеюсь, я ответил на вопросы и одновременно с этим с вами поделился действительно важной для меня новостью. Поэтому, друзья, отправляйте ваши заявки на участие. То, как это сделать, внизу под видео вы найдете. Спасибо вам огромное. А я увижу вас уже завтра, ребята, на канале в рамках нашего персонального челленджа продуктивности. Спасибо вам огромное за ваше внимание, ребята. И мы двигаемся только вперед!